За мужество, патриотизм, за честь и мир. Школьники признаются, чтобы выразить всю благодарность ветеранам, одного письма не хватит. На конвертах нет имени конкретного адресата. Многих, кому пишут школьники, они не знают. Но в письмах часто можно встретить слово «родные». Спасибо вам за то, что подарили нам такое светлое будущее. Ваши товарищи миллионами полегли в нашу землю, приближая День Победы ради будущих поколений, ради нас. Простите нас за то, что мы часто забываем, какую роль вы сыграли в нашей жизни. Вас так мало осталось, и вы ничего не требуете и не ждете от нас. Дорогие, родные, близкие наши ветераны, поживите еще, держитесь до конца. Вы заслуживаете самого лучшего. Огромное вам спасибо. Многим воевавшие предки о страшной войне рассказывали лично. Историю своего прадеда Василийки Миша Оленчук рассказывает с энтузиазмом. Молодой советский солдат, весельчак и балагур служил тогда в инженерных войсках шофером. Зимой 43-го ему дали задание – отвезти в соседнюю часть валенки. Но он свернул не туда и попал в стан врага – в румынскую воинскую часть. Находчивость и знание молдавского языка спасли прадеду Миши жизнь. Он рассказал им несколько веселых историй. И сказал, что ему нужно в румынскую часть, так как он от румынского командования, и помочь им. И взял себя в провожатого высокопоставленного румынского офицера. Но поехал, конечно же, не в румынскую часть, а в свою, родную. Приехал, привез офицера, все опешили, как так, и валенки спас дедушка, и офицера привез, и орден славы получил. Стать участником акции могут все ребята. До 3 мая нужно написать письмо ветерану на тетрадном листе и отправить по адресу город Тирасполь, ГУ ПГТРК, до востребования. 3 лучших письма сможет прочитать вся республика. Их опубликуют в газете «Приднестровье». Анастасия Чернетинская, Оксана Круг, Первый Приднестровский.